Всем привет! В этом видео поговорим о том, что выкладывать на сток в июле согласно ежемесячному руководству Shutterstock. Приоритет отдаем подготовке изображений, демонстрирующих кемпинг со всеми удобствами, полезную еду, средства для волос и студенческую жизнь. Кемпинг со всеми удобствами и альтернативные варианты размещения. Снимайте изображения, показывающие уникальные варианты проживания, которые теряются на фоне окружающей среды. Интерес представляют самые разные места, от африканской саванны до австралийского буша и мексиканских пляжей. Палатки для кемпинга со всеми удобствами, марокканские дома с внутренним двориком и домики на деревьях, идеально вписывающиеся в окружающую природу. Фестивали, концерты под открытым небом и другие летние мероприятия. Экстремальные виды спорта на свежем воздухе, такие как зиплайн. Другие места, которые непременно нужно посетить хотя бы раз в жизни, в том числе Мачу-Пикчу, Новая Зеландия, Занзибар, Большой Барьерный риф, Ки-Уэст, Бухта Халонг и другие. Вторая категория – это полезные продукты питания. Что именно? Это пробиотики и ферментированные продукты, в том числе процесс приготовления и еды или питья, такие как чайный гриб, яблочный уксус и спирулина. Концептуальные иллюстрации пробиотиков в человеческом организме, например, в желудочно-кишечном тракте. Концептуальные иллюстрации или инфонографики, показывающие пользу пробиотиков для иммунной системы. Изображение полезных продуктов питания, а также планирование и приготовление здоровой еды. Процесс приготовления и упаковывания блюд, доставляемых приверженцам здорового образа жизни. Следующая категория – это средства для волос. Натуральные масла для волос, в том числе жожоба, кокосовые и органовые масла. Изображения, показывающие новые технологии в области лечения волос, такие как наращивание ресниц, лазерная эпиляция, микроблейдинг, лечение облысения, пересадка и наращивание волос. Изображение здоровых или поврежденных волос, как женских, так и мужских, либо отдельно, либо в сравнении до и после. Парикмахерские и барбершопы, в которых применяются современные средства для волос. Также пользуются спросом векторная графика и иллюстрации, демонстрирующие волосы, в том числе все текстуры волос, характерные для представителей разных национальностей. Следующая категория – про студенческую жизнь. Какие изображения туда входят? Изображение студентов, впервые собирающихся в институт или возвращающихся с летних каникул. Комнаты в студенческих общежитиях, оснащенные всем необходимым. Изображение студентов во время спортивных соревнований, игр и вечеринок. Интересны будут, например, пиво-понг, пинг-понг и пикники на автостоянках, когда в качестве стола используют багажник машины. Сюда же относятся изображения знакомства студентов и приветственных жестов. Студенты по одному, готовящиеся к первому дню учебы. Иллюстрации, показывающие пиво и пивные брызги. Также стоит помнить, что если на изображении можно узнать конкретный объект или человека, нужны разрешения модели или согласие владельцев собственности. Подробнее об этом я уже говорила ранее в видео про релиз на собственность. Ссылку оставлю в описании. Вот и все новости. Превращайте свой творческий потенциал в деньги, и всем удачи. Пока-пока.